С 12 по 14 мая пройдет первый Red Hack Down Under Hackathon Австралии. Официальными партнерами события станут правительство штата Виктория, Королевский Мельбурнский технологический институт и Ассоциация цифровых валют и коммерции Австралии. Ключевой темой хакатона станет энергетический сектор Австралии. Участники закрытого мероприятия будут оценивать так называемые нормативные технологии, метод использования инновационных технологических решений для улучшения эффективности управления и устранения слабых мест.